С целью обеспечения пожарной и общественной безопасности в период проведения новогодних праздников все службы экстренного реагирования будут переведены на усиленный вариант дежурства. Для того, чтобы отработать взаимодействие пожарных, полиции, спасателей и медиков в случае возникновения чрезвычайных ситуаций, в нашем городе проводятся пожарно-тактические учения на важных социальных объектах. По легенде учений пожар произошел в городском доме культуры. Как только сработала пожарная сигнализация, все посетители и работники дома культуры были эвакуированы. На тушение огня прибыло 8 единиц техники и 90 человек личного состава. В учениях были задействованы все службы экстренного реагирования – полиция, спасатели, медики. Оставшихся по легенде в задымленном помещении людей вывели, надев на них специальные маски. Во время учений были отработаны порядок действий личного состава, приемы способы спасения людей, а также проверена боевая готовность подразделений и техники. Данный ранг пожара идет как под вторым номером. Все службы РСЧС отработали свои функции на 5 баллов. Значит, пожар ликвидирован условный. Сил и средств для ликвидации и тушения было достаточно. Весь персонал эвакуирован с Дома культуры. Надеюсь, мы будем только проводить учения, а не реальные тушения пожара. Данный объект серьезный и требует особого внимания. Пожарно-тактические учения будут продолжены. В преддверии новогодних праздников все социальные объекты будут взяты под особый контроль. Анна Монастыренко, Георгий Калинин. Программа «События».